еще отпустился. Ямка такая в середине, что помню, блин, зимой нельзя было объехать, что часто дном черкали, и многие говорили, что если там намерзнет, то все. Понятно. Дороги оставляют желать. Не, ну я же тут дороги были это. Сейчас вот тут на Опто 4 километра на месте, но, блин, дорога такая ж почти полевая, такая же стрёмновато. Там Андреевка ездила. Понятно. Закономерность в природе. Да. У нас с Андреевки есть пару таких друзей юности. Так, сейчас нам подождите. Нет, тут нормально сюда. Тут одна дорога. Она что-то, наверное, проложила как-то. Куда она проложила? Справа озера. Тут чуть-чуть вильнуло. Тут прямо. До Реутенцев прямо будет дорога. Тут я не заблужусь, не волнуйтесь. Тут главное ямки. Понял вас, все. Тут я уже пешочком. Вон ямка. Речка будет, то звезда по ямках.